любителей зимнего плавания. В Якутии дан старт новогодним праздникам по всей России. С этой миссией в самый холодный регион прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. По традиции он зажег огни первой новогодней елки и тепло поприветствовал жителей столицы республики. А повелитель якутских морозов Чисхан торжественно вручил ему символ холода. И в новом году я вам желаю здоровья крепкого, чтобы на все добрые начинания сил было предостаточно. Счастья, улыбок лучезарных. По традиции из Якутии Дед Мороз отправится по всем городам России и завершит свое путешествие в Москве на главной елке страны. И к этому часу у нас вся информация. Мы следим за развитием событий. До встречи. Пока цена подъемна и легка, купи квартиру от ДСК. Успей купить по стартовой цене в строящемся жилом доме по улице Политим. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Завтра в центральных и заречных районах без осадков. В Намцах и Чурапче минус 36. На юге республики небольшой снег. В Нерюнгри минус 26, в Алдане минус 32 градуса. В Вилюйской группе улусов без осадков. В Вилюйске минус 44, в Сунтаре минус 38. В Колым-Эндигирской группе улусов без осадков. В Среднеколымске минус 28, в Имиконе минус 44 градуса. Завтра в Якутске преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 36, минус 38, днем минус 30, минус 32 градуса. Он снова здесь. Он снова с нами. Андрей Малахов ждет гостей. Вы тоже приглашены. Вечернее шоу «Привет, Андрей». В субботу в 18:00. На телеканале «Россия». На телеканале «Восток-24» Вести Якутия. И прямо сейчас о новостях самого большого региона в России. «Восток-24». Весь Дальний Восток на одном канале.